Теперь хорошо всех видно. Только смотрите на меня, ладно? Сейчас пойдем. А где за арбузом? 30 штук. Снимается все, что-то. Я снимаю его, не переживай. Все. Кстати, уже работает. Андрейка, уже работает. Это мы составим. Спасибо большое. Да, все. Кто у нас на автобусе, на машине? Здесь Виталий. Это я уже все сделала, по-моему. Вы наверху, наверху. Две кнопочки, вот эти, вот вверх, вот это приближение попробуй. Ага. Я потом сотру, что вот. Только не трогай. Да. Нет, все включено. Давай, твой. Ну, и что? Вот теперь вы такие красивые во всем. Мне главное, что вот. Я уже песню спела, деньги взяла. Сироткина, ты почему деньги не отдала? Так, кто еще раз? Ладно. Ну все, и близко, и далеко. Все, да. Еще можно сходить в комнату. Дублировать. Ладно. Не порть, я не хочу одна. Мне не надо, спасибо. Амуля. Мамуля. Это мы потратили. Вот булки хотим для вас. Сейчас нет, они уже есть. Автобус уже есть, да? 20, значит. Стоит, да? И что им надо? Поедем. Погода прекрасная, солнышко. Аслав, скажите пару слов. Зачем? Так, на память. Ну ладно, еще успеешь. Подожди, Славыч, снимай быстрее. Сейчас. Давайте вперед. О, физик и астроном. Скажите вы нам пару слов. Наш учитель химии. Любите химию? Любим. Добрый и счастливый. Замечательно. Любим химию. Привет всем. Ну что, сейчас на автобусе, да? Да. Скажи пару слов. Ну вот, закончилось, собственно говоря, целый год. Десятилетняя история. Да, мелко в этой школе мы уже 7 лет, но все равно. Грустно, конечно, но у нас еще экзамены будут выпускные, еще встретимся, консультации, так что все будет хорошо. И все сдадим, конечно, и поступим обязательно в институт. Здорово. Да, вот такие оптимистичные. Оптимистические новости, это точно. Да. Ну ладно. Снимаю. Снимаю. Чего-то не то. Что его так? Главное, вот объектив. Колхозница, что-то там. А на этого написали. Сначала пью, потом кису. Сначала кису, потом пью. А на этого... Убейте мне солдатики, я замуж выхожу. Ну что, Паша? А это кто такая девочка? Это Паша. А где это? Ты не ест, я жду. А вот Нена полез? Вот Нена полез? Анка, вот она сидит, красавица. Да, похоже. Красавица какая-то. А вот эта Ася приехала, то кто? А это самая, то ли Вукова, то ли Амирами. Кто с полками? Ну, этот, кто знает. Это Фомин. Этого тоже Носов знает. Это не Носов, это Карпов. Карпов, да, все узнали тоже. Нет, пирамид какая-то есть. Носов, Дронин, Бык, Карпов. А, ну это как бы авторы. Ну, если кто-то больше всего рисовал, я так понимаю. Ну что? У вас тоже похож, похож на толстенький. Да, был, ага. Он, по-моему, до 13 лет он нас убил.
блядь. Мои придумали купить мне кондитер. Ой, ну подпишет. Оторвали. А, это. Чернышова, узнаю его. Чернышов, походу. Высоко сиру, далеко гляжу, это кто? Высоко сиру, далеко гляжу. Здесь не все. Не все, да. Ну, даже если по счету. Не все, да. А вы для чего? Не все. Ну, конечно. Вы посчитайте. Капустите, а меня в клубнике. 11, 12, 13, 20, 15 на год. 26 все. Лев Маринович, это какой классный получился. Я был полный вообще. Кто? Лев Маринович. На милиции нас бережет. Это кто? Это сама Жека. Что, наконец-то? Бережет эта камера? Угу. Здорово. Ой, как здорово. Марина, ты засняла, да? Какой лабаз. А Марк с Энгельсом кто? Меньше пили. Я хочу пожелать своим друзьям, одноклассникам счастья, удачи в жизни. Я желаю, что все как бы нашли свою нишу в обществе и цель жизни. Ну, я хочу пожелать своим одноклассникам, чтобы они в жизни своей нашли хороших друзей, друзей с путем своей жизни. Чтобы они просто когда находишь друзей хороших, жить намного проще. Так. Ну, я желаю всем своим одноклассникам, друзьям, чтобы после школы они не разбегались, а поддерживали связь друг с другом, потому что друзья есть друзья, и нужно оставаться. Я хочу пожелать своим друзьям и вообще школьным особенно, чтобы они никогда не забывали, когда мы вырастем друг от друга. Я хочу пожелать своим друзьям, чтобы они все оставались вместе после школы и чтобы они устроились на хорошую работу после того, как они закончат все институты. Я желаю всем своим школьным товарищам, что даже после окончания школы мы все оставались единой большой компанией. Я хочу пожелать всем своим друзьям, одноклассникам, чтобы рядом с ними всегда были люди, которым они могли бы доверить даже Петь. Я хочу пожелать всем своим одноклассникам, друзьям, чтобы рядом с ними всегда были люди, которым они могли бы доверить даже своей жизни. Я хочу пожелать своим одноклассникам, чтобы они никогда не расставались, даже после окончания школы, чтобы все получили хорошую работу, чтобы их желания совпадали с их возможностями. Ребятки, оставайтесь такими, как вы есть, потому что лучше вы быть просто невозможно. Мари, вечной молодости вам. Все. Я бы сказала 300. 11-й Б. Сохраните дружбу и благородство нашего класса. Дорогие мои, я вас очень люблю. Будьте очень счастливы и запомните нас красиво. Я хочу пожелать своим одноклассникам, чтобы мы, как всегда, оставались такими же дружными, что я их всех очень сильно люблю, и чтобы каждый из них поступил в хороший университет, и чтобы у всех было все отлично. Я хочу поблагодарить наших учителей за все их страдания, за то, что все эти годы они были.
Я хочу пожелать своим одноклассникам, чтобы они всегда оставались такими же добрыми и веселыми и не забывали друг друга. Отлично! Ханжество и лицемерие, банальность и занудство суеверия, эгоцентристы к алхармисту же, художник, романтик, ну уж. Аттестат о среднем образовании получает Гришин Илья. Гришин наш герой. Его волнует множество вопросов. Самый обаятельный и добрый Тоша, класса нашего душа, очень милый, очень благородный, а в спектакле у нас чудесная лаврика. Аттестат о среднем образовании получает Сироткин Станислав. Сироткин Стас, упорство, элегантность, надежность, основательность, галантность. Добавьте ум от них незаурядный, и будет вам портрет его парадный. Результат о среднем образовании получает Чайкова Александра. Чайкова Александра, ума доброта, целеустремленность, открытая душа, улыбка Моны Лизы, прекрасного мечта, высокие стремления. Ты всем нам дорога, Саша. У нас для вас есть тоже вопрос. Скажите, пожалуйста, Ньютону было хорошо. Он сидел на под яблони и открыл закон всемирной тирании. А что бы открыли вы, сидя на арбузном поле? Ответ опасный. Опасный. Куда идти? Я вам говорю, закон семейного вопроса. Хорошо, вы прекрасно справились с заданием, и вы получаете призы. Господа, учителя, родители и ученики. 10 замечательных лет жизни. 10 лет изо дня в день мы трудились. Наши ассоциалисты жюри. 10 лет мы жюри наши признаки И вот вчера мы победили лагерем конкурса, самого крупного в истории конкурсов и фестивалей. Сейчас парад других победителей премии «Золотое бюро» с различными номинациями. Итак, мы начинаем. Просим внести... Всем нам доказали, что с увлечением сочетается учеба. Мы о природе столько нового узнали. Свои секреты кит открыл нам и амеба. Вы нам природу помогаете понять, и мы себя ее частицы ощущаем. Хотим за это вам спасибо сказать. Успехов, радости и счастья вам желаю. Получили мы закон. Вам за все усилия говорить спасибо вам. Огромное спасибо. Ответное слово представляется Марину. Дорогие русские, дорогие мои ученики, я тоже сегодня поздравляю вас с окончанием школы и желаю вам здоровья, желаю вам счастья, желаю вам верно и удачно выбрать свой путь в жизни. Не ошибиться в выборе друзей. И, конечно, не забывать разную школу, которая вырастила таких талантливых детей, как вы. И я надеюсь и верю, что таким же вот теплым июньским днем вы придете сюда, чтобы посмотреть к вашим детям и внукам, и также будете гордиться ими, как сегодня я горжусь с вами. И, конечно, и 11-й Али очень любили, все у меня учились, и благодарны им всем. Но особое теплое чувство, вы поймите меня правильно. Ведь я же не только классная руководитель, вы же те же знаете, что я мама,
Вот это Алхамасу. Это мои дети родные. И мне сегодня, конечно, очень грустно и в то же время радостно. Радостно от того, что я с легким сердцем выпускаю их в большую жизнь. Потому что они выросли настоящими людьми. И мне не страшно за них. Поверьте, я верю в своих друзей. И желаю им огромного счастья. Не забывайте, ребята, друг друга. Дружите. Сохраните благородство нашего класса. Спасибо вам за то, что вы вот такие, какие вы есть. Я вас очень люблю. А главное, любите нас такими, какими мы есть. Любите нас в своем воображении такими, какими они хотели бы, чтобы мы стали. Давайте попрощаемся с нашими дорогими учителями, бурными и продолжительными аплодисментами.